Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Народном музее Юрия Алексеевича Гагарина. С каждым днем приближается юбилейная дата. А знаете ли вы, что Юрий Алексеевич Гагарин очень любил саратовскую гармонику? И когда в 1965 году он приехал в любимый Саратов, где он учился в индустриальном техникуме, его встречал ансамбль саратовских гармоник. И сейчас мы для вас исполним замечательное произведение, которое называется «Саратовские переборы». Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами побывали в Народном музее Юрия Алексеевича Гагарина, услышали знаменитую саратовскую гармонику. До новых встреч!